Я в шоке. Камера, посмотри. Ого. Привет, друг! Ты находишься на канале Mad Science. И сегодня мы тебе покажем кое-что нечто интересное и крутое. Наверняка ты смотрел очень много видео про арбузы, как они взрываются. Этих видосов было полно. Последний, кто это делал, это был Сливки Шоу. Не спорю, очень красивый чувак это все замутил. Но арбуз, к сожалению, был всего лишь один, а у нас их было целых 4. Идея с арбузом нам еще голову давно пришла. Это было где-то, чтобы не соврать, годика так 2 назад. Ссылочка будет в описании, чтобы не соврать, вы можете посмотреть и потом не гнать на нас, что мы сперли идею у неких там людей. У нас есть 4 петарды, 4 мощные петарды, и мы взорвем эти 4 арбуза. У нас есть также электрозапалы, благодаря которому взрыв будет одновременный. Это будет все очень круто и эффектно. Туда.ран – магазин фриланс-услуг, который забрал тысячи проверенных исполнителей и услуг по фиксированным ценам. Теперь заказать любую онлайн-услугу можно в 2 клика, без риска и с гарантией качества. Выберите нужную услугу, пополните баланс, нажмите кнопку «Заказать». Исполнитель моментально получит уведомление и начнет работу. Важный момент – фрилансер получает деньги только когда вы приняли работу. Принцип магазина – качественно или бесплатно. Если вам окажут услугу не в полном объеме или нарушат сроки, вам вернут деньги. Попробуйте прямо сейчас фриланс нового поколения. С чего мы начнем? Мы должны сейчас проделать дырочки в этих арбузах. 4 дырочки на каждом арбузе и засовывать туда петарды. Далее мы эти петарды подсоединяем к нашим батарейкам и взрываем. Ставим экшенку. Кадр обещает быть очень-очень сочный. Взрыв, бах, я не знаю, будет... Просто круто, я уже не дождусь, когда я уже начну приступать к этому. А пока вот посмотрите, что у нас есть. Вот. Эти петарды вам уже хорошо знакомы. Они фигурировали в наших нескольких выпусках, в том числе последнем. Вы наверняка вот это помните, что это такое? Правильно, это электрозапал. Немножко мы обкакались в прошлом выпуске с ними, но сейчас мы уже решили проблему. Как мы ее решили, мы обязательно вам покажем это видео, потому что, ну, блин, оно реально шоковое. Вы не представляете даже, как нас обманывают. Ждите, скоро на канале будет. Мы засовываем эти петарды в ваш арбузик. Берем волшебный наш брелок, проделаем волшебную дырочку. Ай, не хватит, арбузик ранился. Ничего, наука требует жертв. Немножко размягчаем дно, чтобы засунуть нашу петарду. Туда, я надеюсь, запал не размокнет, потому что там очень много жижи, влаги. Ух ты, какой смузи получился-то. Наверное, очень вкусно. Если не вы против, я сейчас попробую. Блин, даже жалко их взрывать, если честно. Птичкам сегодня повезет. Вот. Проделаем до конца дырочку, примерно так по размеру петард. Это где-то вот так вот. Ну что ж, ребята, мы уже все приготовили. У нас осталось просто взять и засунуть, соответственно, заряд в каждый арбуз, чем я сейчас и займусь. Начнем с крайнего. Вот так вот. Я чувствую себя каким-то, знаете, шахтером. В принципе, у меня дедушка был шахтер, подрывник, знаете, что-то похожее. Когда в пласты земли вставляли взрывчатку, аммонал вроде, если не ошибаюсь. Вот таким же примерным образом. Немножко подвинем. Так, тут есть. Ну, в принципе, все готово. Сейчас остается нам подключить пару крон к нашим запалам и готовиться к большому взрыву. Биг бадабум, как говорила Мила Йовович в одноименном фильме «Пятый элемент». Не будем медлить, погнали. Я в шоке, камера, посмотри. Ого. Это реально такой штын, пацаны. Ну, блин, запах арбуза
смешанный с запаху горящего пороха. Ну, блин, лучше вам такое не нюхать. Я, кажется, уже все, уже не голодный, не хочу арбуз. Перебил себе аппетит этой дрянью. Если вам понравилось, ставьте реально лайки, напишите, что вы думаете про это в комментариях. Если вы хотите, мы готовы хоть 50 арбузов взорвать, целый вагон арбузов. Блин, ну, мне понравилось. Саня, тебе тоже, видимо, понравилось. И вам, надеюсь, понравилось. Так что не забывайте ставить лайки, подписываться на канал MedScience. И всем пока. И да, ребята, чуть не забыл. Если это видео наберет до 15 сентября 50 тысяч лайков, тогда мы, чё уж греха таить, взорвем 50 арбузов. Это получается 1000 лайков, один арбуз. Так что не медлите, подписывайтесь, если хотите крутого зрелища, и ставьте лайки. Ровно 50 штук. Ну, а можно и больше. Пока.